могу открыть! Оставь! Тут надо выживать! Берегись! Она здесь! Эй, женщина! Не стреляй! Давай дружить! За это не пойдем! Убить ее! Ближе! Окружаем ее! Окно за раз. Подойдет.
Это Лара. О, боже, Лара! Как я рада тебя слышать! И я, Сэмми. Скажи, остальные с тобой? Нет, я выиграла рацию охранника. Не понимаю. Меня похитили. Что? Где ты? Я не знаю. В каком-то древнем японском дворце. Они все время говорят об огненном обряде. Лара, я жутко боюсь. Боже, кто-то идет. Нужно спрятать эту штуку. Сэмми! Сэмми! Огненный обряд. Как в гробнице Пимика. Ром, ты на связи? Направляюсь ко дворцу. Всех остальных тоже держу там. Я тебя догоню, и мы войдем туда вместе. Рано я решила, что хуже уже быть не может. Кого я видела там, в монастыре? Они были одеты, как штормовые стражи, и издавали звуки, нечеловеческие звуки. Черт, ты только послушай себя, Лара. Говоришь, как отец. Похоже, это представители какой-то затерянной цивилизации. Так, теперь я точно как отец. Итак, известно, что они убили тех людей. И я не сомневаюсь, без колебаний убили бы и меня. Но... сейчас не время об этом думать. Сэмми в беде, и я должна ее спасти. Она надеется на меня.
Прыганул не туда. Я здесь, Сэмми. Как ты? Что им нужно, Лара? Огненный обряд. Что за чушь? Послушай, я иду за тобой. Я вытащу тебя оттуда. Пожалуйста, помоги мне, Лара. Обещаю. Я обещаю, Сэмми. Эй, она все вопрошается. Сэмми! Сэмми! Отстаньте от нее, ублюдки! Отстаньте!
один обломок? Ух ты, черт! Стоп ты! Не дай ему вытечь, брат! Оно на лесу! Черт, здесь... Помогите! Никак. Только напрямик. Thank you.
Кто ж тебе поможет? Кроме меня. Зато быстро спустились. На борту должна быть аптечка. Что у вас? Леса поймали. Мастерской прятали. Теперь им донесся Сомали. А что, второй? Абсолютно ничего. Нужно искать дальше. Ладно, посмотрим у вертолета. Запах. Старикан. Я не знаю, о чем вы. Не знаю. Брешка, я знаю, вы бежали вместе. Пожалуйста, я... Придется развязать тебе язык. Говори, говори мне! Сомалиец вышел из себя. Опять. Старика не нашли? Нет. Он крепкий сукин сын, но далеко не уйдет. Мы заперли их. Я не понимаю, почему отец-матер оставил их в живых? Из-за девчонки. Они пытались ее спасти. Матиас собирается шантажировать ими девчонку. Надеюсь, это она. Мы так долго ждали. Скоро все узнаем. Церемония пройдет на закате. Было.
Рот, ты меня слышишь? Рот! Лара, как ты? В порядке. Судя по голосу, нет. Я в порядке, Рот. Где ты, девочка? Среди каких-то развалюх возле укрепленного дворца. Я все еще спускаюсь. Как ты так быстро добралась? Долго рассказывать. Отсюда я вижу город. Ты возле тех больших ворот? Подхожу к ним. Это девчонка! Проклятие! Вот там! Берите! А
Японии эпохи Эдо у традиционной мужской одежды не было карманов. Личные вещи носили в маленьких коробочках, инро. Эдакий древний бумажник. Вы теперь уже больше сотни. Ну и дело идет, вон, дворец древний расчищаем, стройку под горой замутили. Здесь от японцев грузоподъемники какие-то остались. Мы их починили, они сейчас работают, нормально, чё. Матья сгонит, типа, это все в честь императрицы Солнца, там на вроде египетских пирамид. Ну ясный пень, он просто тянет время. А вот эта суета вся эта, она для отвода глаз, убрать им мозг, чтоб запудрить. Обряды, бури, мокруха, это все туфта. Они возбухнут против него. Вот не сегодня они возбухнут, значит завтра. А вот когда они возбухнут, тут рулить буду я. Уже решил занять его место. Так. Обычно инро делали из дерева и покрывали лаком, но тут латунь. Вероятно, 19 век. Вероятно.
Так, нас кто брать сбегать? Чтобы это... Дальше пойдем. Калашик мы сделали, да? Бардак. Хотел спокойно уйти на пенсию, называется. Вот пусть только рот мне попадется на этом треклятом острове, получит в харю за то, что притащил нас сюда. А потом, потом мы с ним перебьем всех этих свихнувшихся сукиных сынов, как в прежние времена. Только без старины Дики Крофта. Был бы он жив, захотел бы изучить этих ублюдков. Этот бесовский культ он нашел бы очаровательным. Может, хоть дочь его умнее будет и спрячется понадежней. Эти долбанные психи очень опасны, и я боюсь за девчонок. Алекс, Эми, да их тут живьем сожрут. Так, бочки пока оставим, а не выскочит, блин. Тихо, давай вниз. Вниз, говорю. Можно что-нибудь?
тайные гробницы. Вот это что? Должно быть, это династия Юань. Может, это с пропавшего флота Кубла-хана? Может быть. Ничего не исключаем. Так, ладно, пойдем. Посмотрим, что за хрень такая. Еще одна жертва. Боже, зачем они это делают? Давай прыгай. Возьми. Солнце. Это было священное место.
надо хватать при подъеме. Хватать при подъеме. Чтобы династии Мин. Похоже, подлинная. Тоже не ключом.
Стреляйте! Что происходит? Октября 1994 года. Что ж, мои усилия оправдались. Теперь у меня есть верные помощники, проводники моих идей. Волны и ветер привели ко мне именно тех, кто идеально подходил для создания Братства Солнца. Людей сильных телом и слабых духом. Бури сломили их волю, превратили в беспомощную протоплазму. Я же помог им вновь обрести себя, обрести смысл своего существования. Теперь они служат мне, а значит и ей. Великой императрице Солнца. Никто не посмеет отрицать очевидное. Это она указывает мне путь. Это она повелевает всем, что здесь происходит. Скоро все братья поймут это. Она повсюду на этом острове. Она сама этот остров. Но Братство Солнца должно расти. Мы наберем столько людей, сколько сможем. Я издам законы, разработаю кодекс, по которому будут жить братья. Жить и неустанно трудиться во имя императрицы Солнца.
пока я ищу ключ. Да подожди ты своей лестницей. Давай, давай, забирайся сюда. Ладно, говорил. Жечь ее! У тебя кости! Эй, девка, сдавайся! Не надейтесь, ублюдки. Отсюда мне не забраться! А, черт! Так, ну, тут есть канатная дорога! Попробуй по ней перебраться на ту сторону! Хорошо, уже иду! Да без проблем!
Чик, иди-ка сюда. Вероятно, в ДНРО какой-нибудь военачальник хранил свои приказы и печати. Где капан? Thank you.
покрыты золотым лаком Энро, лежат письменные принадлежности. Вероятно, она принадлежала писцу или историку. Выкури! января 97 года. Мое братство солнца растет и крепнет. Воинов братства становится все больше, и они все сильнее с каждым днем. А я тем временем узнал все необходимое для осуществления моего плана. Пришло время выдвигаться вглубь острова. Мы построим свой город высоко в горах, рядом с древним дворцом. Там будет легче обороняться от хранителей Они, и что важно, оттуда можно быстро добраться до любого места на острове. Потому что абсолютно все, кто еще появится здесь, должны быть пленены. Я знаю, что ищу. Ключ к спасению, к долгожданному бегству отсюда, а возможно и к гораздо большему. Да, на это могут уйти годы, но я ее дождусь.
Это мастерская. Похоже, братство захватило все древние строения этого острова. Такие места расположены в древних руинах.